Ветер нас немножко расстроил, но будем надеяться, что он будет попутный. Вы еще, ребята, сегодня будете просить, чтобы ветер был, когда будет жарко. Вот такие тут красоты. Ух, пробую бороться с ветром, сдувает, поэтому немного трясет. Нам туда. Вернее, мне туда. Запланированный чай. Ну, кстати. Чай всегда, кстати. Почему не запланировано? А, кстати, да. Прелесть. Не, приятная неожиданность. Кого-то не кровь. Случайно в кустах оказался. Что значит заядлый турист? Приспособлено место по чаю специально. Михаила сдувает ветер с велосипеда. Тут вот где желателен большой вес. Ладно, вперед. Русло неизвестного нахаля, вернее, нахалей. Тут он раздваивается, говоря по-русски. Что это за нахаль, потом посмотрим по карте. Давай, мы его запечатлим для потомков. Потом сделаем еще... У тебя будет еще много возможностей. Это что было, самое тяжелое, что нам обещал? Нет, это самое легкое, что я вам обещал. Вон горочки впереди. Преодоление препятствий. Пешком еще придется сегодня много походить. Это часть маршрута. Надеюсь, об этом никто не пожалеет. Это, по-моему, верблюжья колючка вот эта вот. Смотри, с голодухи тут не то еще будешь кушать. Нормальное животное такое здесь не может. Жить здесь тоже не может. Тут могут быть только верблюды и велосипедисты. Причем ненормальные. Нормальные велосипедисты ездят по Нахалю Александра, по Кармелю, по Нахальке Салон. У нас один рекордсмен, все идут пешком. Марик пытается заехать Колякову. Это войдет в историю. Все. Любус идет на покорение рекорда Марка. Прямо во мне пробивается талант спортивного комментатора, видя такие события. Это вошло в историю. На Хальхуль. Не думай, что я ругаюсь. Это такая... Здесь фу. Действительно крутые. Кто-то оставил уже эту затею. Да, но только на вершине. Там будет интересно, я думаю. Это еще километров 2-2,5. Это подъема, нет. До финиша индивидуально. У каждого индивидуально. Мы только начинаем подниматься. Мы позировали бы. Смотри, коралл кусочек. Очередное красивое место. Мы на вершине. И вот так это выглядит сверху. Очень красиво. Ориентировка на самую высокую скалу. Нет уж, я туда не полезу. У меня фонарик есть. Я рад, это поднялся.
И падает только ребята. Конечно, мясо больше будет, останется на вечер, но все-таки. С ними как нас 9 специалисты снимали с 9 канала. Да, да, да. Аж, блядь, пыль. Пыльно. Растянулись на несколько километров. Мы сейчас находимся чуть-чуть западнее Хатсуона, а вот Хатсуона это мое любимое место. Игорь, сколько нам осталось? 22 километра. Что такое? Куда? Разворачивай. Вообще все едут в одном направлении. Все едут домой, да? Ну, правда? Теоретически, да. Да, там классно говорят. Дай, блин. Причем в совке ходили, только попробуй. Каждый лет ходил. Ну чё, какая разница? Час маршрут. Выйдем на восток. Мне нужен спонсор! Мне нужен спонсор! Интенс, который... Лунный пейзаж. Мы немного задержались на маршруте, поэтому подсократили его, чтобы не попасть в темное время суток. Финиш. Мы студенты, они это.